Всем привет! Подвернулась мне тут одна небольшая работка. Попросили собрать корпусный шкаф. Собрать вроде несложно, но есть один нюанс. Шкаф заказали буквально размер в размер. Когда я занимался корпусной мебелью, я практически никогда не делал корпусные шкафы. Я всегда их делал встроенные. Они и дешевле, потому что нет лишних деталей, да и монтировать их проще. Единственное, что собираются они значительно дольше. Но здесь особого выбора не было. Шкаф уже был заказан, привезен. И моя задача была его просто собрать и поставить на место. Собран он... Не помню, что здесь, табы или рафиксы. В общем, на таких центриковых стяжках. Стой и на минификсах. А задняя стенка здесь прибивается. Ну и производитель предусмотрел сбор в такой последовательности. Шкаф ложится мордой вниз. Выставляются диагонали, прибивается задняя стенка, а потом шкаф поднимается. Но не в нашем случае. Шкаф-то здесь под потолок, к тому же потолок натяжной. Ну, скажем, прибить стенки в двух секциях было несложно. Здесь задняя стенка из ДВП, 6 секций, которые сочленены по 2. В общем, первую и вторую секцию я прибил. Сзади выдвинул шкаф сюда, ну а ходил через третью. Но потом встал вопрос, нужно же прибить третью. Как это сделать? Шкаф нужно выкатить. Причем с этой стороны дверной проем довольно далеко. Ну, здесь ближе. Значит, нужно было его выкатить так, чтобы попасть за шкаф. Выкатить, соответственно, поставить на колеса. Поставить-то не проблема, я это сделал при сборе. А как потом снять? И вот для того, чтобы снять, я использую вот такие вот монтажные подушки. На двусторонний скотч наклеил ДСП, сюда приклеил подушку. Эти подушки используются для того, чтобы устанавливать дверные коробки в проем. Еще иногда ими вскрывают автомобили. Я же их использую для подъема мебели. Сначала я брал две, но, как оказалось, даже одной вполне достаточно. Единственное, что пришлось удлинить шланг. Сосед заталкиваю подушку дальше, чем середина шкафа, и начинаю ее накачивать. У меня подушки армированные на 250 кг усилия. Ну, не знаю, как насчет 250, но мой вес эта подушка поднимает вполне. А во мне 85. Вот такая у меня самодельная тележка. Два мебельных ролика. Ну, это дистанционная подкладка. Так. И теперь можно копать. Вот. Такая вот рационализация. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь моим видео. А на этом на сегодня все. Всем пока.